Добрый день, микроперепись населения. Здравствуйте. Примите участие в опросе. Хорошо. Микроперепись в Елабужском районе подходит к завершению. Чуть меньше месяца потребовалось переписчикам, чтобы опросить более 1000 человек. 95% всех помещений переписчики посетили. В ближайшую неделю оставшиеся 5% помещений наши переписчики обойдут. Оставшиеся 5% – это те горожане, которых по различным причинам не было дома, поэтому к ним приходили повторно, говорят в госстатистике. Цель микропереписи заключается в том, чтобы узнать, как на местах реализуются правительственные проекты. Вопросы, задаваемые населению, это вопросы о демографии, это рождаемость, смертность отслеживается, занятость населения, здоровье населения. Вопросов всего 28, но каждому члену семьи задаются свои вопросы. Для детей вопросов меньше. Для пенсионеров также вопросов меньше. Как говорят сами переписчики, проблем в ходе исследования у них не возникло ни с людьми, ни с оборудованием. К тому же теперь в распоряжении были специализированные планшеты. Данные передаются в Москву. Вот сейчас как раз мы этим будем заниматься. То есть это каждый вторник и пятницу мы передаем общие сведения. То есть это непосредственная информация, она вся закодированная. Результаты микропереписи будут готовы к концу следующего года. Напомним, последняя масштабная перепись проводилась в 2010 году. Следующая, подобная, пройдет через 5 лет. В 2020-м в ближайшее время стартует еще одна перепись. Сплошное наблюдение 2016. На этот раз объектом исследования станут все предприниматели и предприятия, независимо от их форм собственности. Юлия Шабанова, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 Релакс.